Ребята, всем привет! Смотрите, я нахожусь на суперкрутом вертолете, ребята. Я купил его недавно и хотел, ну, немножечко похвастаться, ребята. Смотрите, каким крутым он цветом. Я его просто обожаю. Кстати, ребята, если вам тоже нравится этот цвет, обязательно поставьте пальчик вверх. Смотрите, какой серый, блестящий. Просто цвет мечты. Ну что ж, ребят, давайте мы отправимся к моим товарищам, ребята, и устроим все эти супер веселые и крутые гонки. Фух, ребята, это на самом деле очень и очень круто. Так, ну что, давайте мы их найдем, кстати, боже мой, ребята. На самом деле зима, а на улице немножечко холодно. Хоть солнышко светит, но прохладно. Нужно одеваться посильнее. Так, вот он, ребята, боже мой, засыпало как платформу снегом. Вы только посмотрите. Теперь нужно хотя бы приземлиться нормально. Так, выравниваем вертолетик наш. Тик, стоять аккуратно, аккуратно. Ух, ребята, так, ветер походу поднимается. Так, боже мой, куда поставить тачку-то? Давайте мы поставим, наверное, ребята, вот сюда как раз мяч. Сейчас мы приземляемся. Так, ребята, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Опа! А, ребята, видели, прямо на мячи стал. Ну, я специалист. Ух, так, ну что? Ребятосы, наконец-то мы приехали к моему месту назначения. Какой красивый вертик. Как я его люблю, ребята. Как я его люблю. Так, ребята, с вас по лайку. Обязательно, кстати. Смотрите, что у меня над головой кубик с буквой L. Ну все, ребята, здесь 100% лайк. Ох, мой любимый вертолет. Класс. Кстати, он, кстати, умеет, ребята, видите, у него что есть. Ха, мои головочки. Ха. Но мы делать этого не будем. Так, ну что, привет, френды. О, здорово, зюзик-тузик. Привет, дрыщ. Кто дрыщ? Кто сказал дрыщ? Кто сказал дрыщ? Я. Ну, дружище, ну я стараюсь поправиться. Ну что ты сразу дрыщ, дрыщ? Так, иди, малыш, кушай котлетки, а то мамка тебя наругает. Сразу дрыщ, дрыщ. Ладно, ребята, ну что, устроим настоящие крутые гонки. Сейчас посмотрим, кто быстрее и круче. Давай, давай. Кстати, ребята, смотрите, я себе купил тоже крутую фуру и тоже серым цветом. Как я. Вот мне на самом деле, ребята, начал нравиться вот этот цвет, такой блестящий. Как он на солнышке, ребята, будет блестеть. Ух, вы даже не представляете. Просто круто. Ну что, погнали, ребята. И устроим здесь настоящие крутые веселые супер гонки. Вот так вот, ребята, ух. Да, немножко не хватает скорости, но ничего, ребятусы. Так, поехали, ребята. Так, отлично, ребята, вот это супергонки. Ух ты, здесь даже какие-то трамплинчики есть. Это мне нравится. Ой-ой-ой, боже, ребята, тачка. Так, ну я, кстати, бронирую набрал, поэтому нас она не должна погнуться. Немножко поцарапал, ребята, смотрите, немножко поцарапал. Эх, придется уже ремонтировать. Ну ладно, ребята, сейчас мы с вами испытаем, сколько раз я смогу проехать вот здесь на этой штуке. Это как она, рампа называется, да? И мы, кстати, устроим соревнование, кто, ребята, будет круче на этой рампе. Так, главное выровнять тачку. Так, ну что, ребятосы, поехали. Сейчас мы посмотрим, кто из нас круче. Один круг. Ребята, второй круг. Вы представляете? О, два круга получилось. Это просто крутяцки круто. Мне, кстати, очень понравилось. Так, а это что тут за рампа такая? Куда она хоть ведет? Вованца, ребята, мы прилетели с вами на следующую платформу. Вот это да. А, кстати, нет, мы вернулись на предыдущую. А я-то думал, куда меня несет? Дюекс, ребята, ну что, поехали дальше, не будем останавливаться. Класс, ребята, видели, как солнце блескает? Смотрите, лучи солнца блескают от этого самого, от крыши моей машины. Это классно, ребята. Ой, обожаю эту тачку до невозможности. Лайки, как всегда, ребята, везде, намеки на лайки. Так, мячики, шарики крутые. Хлопушечки, так, ребята, потопим немножко. Вау, вот это скоростуха, вот это скоростуха. Набираем скорость. Ох, ребята, моя тачка. Ай-яй-яй-яй, так, а что делать? Нужно, короче, выпрыгивать, ребята. Выпрыгиваем. Так. Ой. Так, ребята, выплываем. Ох, ребята, холодно. Вон, кстати, лодки стоят, нужно быстренько проплыть. Ох, ребята, холодно. Ох, как холодно, ребятосики. Ой. А я еще даже не оделся. Ой. Так, еще чуть-чуть осталось. Еще совсем чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Боже мой, как холодно, ребятки. Так, ну что? Ребята, приготовились. Так. Вот так вот, ребята, вот это супер крутые и неимоверно обалденские гонки. Давайте мы немножко с вами погоняем. Ух ты, круто. Вот это да, видали, что делаю, ребята? Супер скорость и супер крутым тузиком. Кстати, у меня сегодня, ребята, в гостях Винтик. Винтик-шпунтик, да-да, ребята. Он сегодня со мной участвует в гонках. И мы посмотрим, ребята, кто же круче.
так, ребята, вот так, и приехали. Так, ну что, давайте мы вылезем отсюда. Фух, приехали, ух, ребята, немножко замерз, но ладно. Вот мой вертик, все, ожидаем моих товарищей. Так, кстати, где там Винтик, а? Всем привет, ребята, я крутой пацан Винтик. Ну что, давайте мы сейчас покажем тигру, кто круче. У меня мини-купер намного быстрее, чем его этот Тарантас. Сейчас мы, ребята, отправимся в супергонку и покажем, кто здесь настоящий гонщик. Ребята, сколько здесь лайков? Так, с вас всех по лайку, ребята. Вот так вот. Вот это суперскоростуха. Класс, ребята, обожаю. Просто обожаю летать по зимним горам. А точнее, по зимним площадкам, да. На горах. По горам мы еще не ездили, но можем, кстати, это сделать. Ох ты, ребята, какой полет, смотрите. Ох, надо было не в ту сторону крутить колеса, ладно. Тем не менее, все пока получается нормально. Так, ребята, давайте мы с вами сейчас подъедем. Так, ну что, ребята, давайте мы с вами сейчас испытаем эту рампу и покажем Тузику, кто же из нас на самом деле сильнее. Так, ребята, первый круг. Так, подходим с вами ко второму. Вот так, ребята. И, к сожалению, на третий у меня не получилось. Сразу же я съехал. Ну ладно, ребята. Мы еще покажем, кто из нас круче. Так, ну что, давайте продолжим наше суперкрутое и офигенское, ребята, приключение. Ух ты, смотрите, какая огромнейшая рампа. Давайте мы с вами попробуем, ребята, на ней проехаться. Ну, конечно же, если на моей маленькой там тачке, на моем мини-купере это получится сделать. Ребята, делаем разгончик. Ох ты, куда ж меня несет-то, ребята? Фу. Слава богу, приземлился на платформе. Думал, полечу сейчас в море. Ох, нет, ребята. Да, к сожалению, стекла у меня, ребята, немножечко разбитые, но сильно ветер дует. Конечно, зимой не очень хорошо. Но, ребята, хоть печку включим. Так, сейчас, ребята, найдем. Ух ты, боже, так куда-то меня несет, да? Дэнс. Все, ребята, наконец-таки последняя платформа. Я, по крайней мере, так надеюсь. Из вас, ребята, всех по лайку. Давайте наберем сейчас скорость, ребята. Последняя рампа, приготовимся. И супер скорость от, ребята, Винтика-шпунтика. Есть! Фух! Ого-го, ребята! Оказывается, здесь уже все, водичка. Так срочно нужно выпрыгивать. Фух, ребята, водичка-то не очень теплая. Ой. Ох, нужно было одевать валанг, ребята, а то как-то намок и замерз я. Фух, где-то мой дружбан, куда он, кстати, уехал? Да, ребята, плохо, что нету крыши в этой лодке. Придется ехать так, по холодному воздуху. Так, ребята, разгоняемся. Ну что, давайте мы немножко, ребята, с вами погоняем по этому крутому морю, по этим крутым волнам. Ох ты, боже мой, застрял. Что делается-то? Что делать, ребята, застрял? Нет, все нормально. Мой катер, ребята, в полном порядке. Супер, обожаю, ребята, гонять на море, на водичке. Но вот только плохо, что нет у меня водного мотоцикла. На нем бы было, конечно, побыстрее. Но и так неплохо. Кстати, лодка быстрая. Наверное, Зюзик-Тузик потратил много денег, ребята, чтобы купить эти крутые лодки. Ха, это просто замечательно. Ребята, смотрите, какие полеты. Вот это, конечно, крутецки круто. Есть. Ух, приехали. Ах, ребята, видали? Прям к вертолетику. Это, конечно, круто. О, Тюзик, ты что тут стоишь? Да тебя ждут, ты что так долго? Да слушай, я вообще-то тебя искал. Ну, конечно, слушай, водичка прохладная, ты не замерз? Да тоже жду, давайте быстрее, потому что я тоже замерз, хочу вертолеты погреться. Ну, давай, где там остальные? Привет, ребятусы. Ну что, сейчас мы покажем этим двум охламонам, кто на самом деле круче. Ха, ездят они на своих каких-то тарантасах, на тачках с четырьмя колесами. Вот у меня тачка, так, тачка. Сейчас мы покажем, кто тут папка. Я, ребята, делаю крутой разгон. И, кстати, ребята, без лайка не поеду. Все поставили? Я тебя вижу, ты еще не поставил. А ну бегом давай. А вот все, теперь вижу. Отлично, ребята. Погнали. Ну что мы, давайте немножко, ребята, погоняем по этим крутым платформам. Погоняем эти мячи. И постараемся... О, кстати, мне там говорил этот Зюзик-Тюзик, что нужно будет устроить соревнование. Крутой, ребята, найдем рампу. Кстати, какая-то рампа, где нужно, ребята, будет... по кругу и какие-то посчитать, сколько раз у нас получится вообще этот круг проехать. А вот она, ребята, нашел эту платформу. Сейчас мы посмотрим. Да, кстати, надо будет с ними связаться, поскольку у них раз получилось. Или ладно, когда доедем до финишной линии, там и спросим. Ну и что, ребята, все приготовились? Экс, на стерт. Внимание, поехали! Так, ребята, первый раз. Отличненько. Ох, ребята, один раз получилось, и я куда-то вылетел. Куда меня несет, ребята? Куда меня несет? Фух, где, кстати, оказался? Вот это да, пролетел сразу одну платформу.
Ну чё, поехали дальше. Останавливаться нельзя. Кстати, ребят, на улице вроде солнце, но холодно. Градусов так минус 5-10. И, кстати, ребята, напишите в комментах, какая у вас сейчас погода. У меня, конечно, супер зима, солнце просто класс. Но единственное, холодно, ребят, что-то пальцы позамерзали. Ох, ещё... Чего тут? Да как так? Ох, зюзик, наглый тузик. Ну всё, я ему вырезу, я ему покажу, где раки зимуют. Ох, так, нужно выходить отсюда. Ох, ребята, аж замёрз. Ох, водичка-то прохладная. Ох, тузик, ну тузик, зюзик. Я ему покажу. Так, как тут управлять этой машиной? Это что, заводка такая? Ага, руль есть. Так, это что? А это вперед, это назад. Всё, понял, ребята, поехали. Ух ты, какие прикольные пластинки. Кто их тут понаставлял? Наверное, тузик работал. Ух, работал, наверное, целую ночь. Чтобы такую красоту поставить, нужен не один день, ребята. Так, аккуратненько. Во, под платформа чуть не заехали, лобом не треснулся. Бывает такое, но, ребята, я, слава богу, еще вижу. Ну, кстати, ребята, что-то лодка такая плохо управляемая. Она мне что-то не нравится. На водном лодке было, конечно, покруче. Надо в следующий раз... Ух, не мог бы прямо на скалу заехать. Что делается? Так, немножко, ребята, что-то я промазал. Ой-ой-ой-ой, кстати, где-то тузик спрятался. Ох, и тузик, ох, и зюзик. Ох, ребята, что-то я на этой лодке вообще не могу управлять. Так, ну ладно, давайте ближе к берегу, то, ребята, что-то я замерз сильно как-то. Ой-ой-ой-ой, не туда снова, не туда, что ж ты будешь делать? Так, задний ход, отлично. И теперь немножечко вперед. Вот так. Ох ты, ребята, оказывается, вот они все тут стоят, спрятались от меня, да? Ох, и гаврики. Так, а ну давайте мы, кстати, спросим, сколько у них раз получилось объехать эту рампу. Так, ну чё вы, гаврики, сколько у вас там получилось объехать на тачке? У меня два. У меня два. Слушайте, ну вообще молодцы, я вас пройду на тачке вообще один раз. Слабак, короче говоря. Так, один наш четвертый дружбан. А, он там готовится к гонке. Ну давайте, подождём его. А я, ребята, решил себе купить такой крутой КамАЗ. Посмотрите, какой он красивый, огромный, да и суперспортивный. Не то что в этих дружбанов какие-то мелкие джипики, спортивные тачки. Вот на каких машинах нужно ездить. И покажу им, где реки зимуют. Так, ребята, кстати, где тут отпитать тормоза, где тут газа? Ага, ого, ребята, здесь коробка автомат. А я думал, ручная механика. Ха, вот это да. Так, ну ладно, ребятосы, поехали, что ли? Попробуем что-то за грузовик-то. Боже мой, пораскидывали здесь все. Ой, придется теперь все убирать. О, так, ребята, поехали дальше, разгоняемся и делаем супер прыжок от супер Шрека. Так, ай, ребята, перевернулись. О-о, что делать? Как эту машину поднять, ребята? Как поднять-то эту машину? Какая-то она сильно тяжелая. Все, ребята, есть на ноги стали, самое главное. Так, ну давайте, раз говорят, что нужно обязательно здесь поесть, посмотреть, сколько раз получится объехать эту рампу, мы также это сделаем, ребята. По крайней мере, попытаемся. Так, ребятки, делаем крутой разгон. Так, и один раз у меня уже получилось, не вижу, куда там ехать второй раз, ребята. Вы видели, в два раза. Ха, слабаки, сколько, интересно, не раз проехали. Хотя, ребята, учитывая то, что у них спортивные тачки, они, наверное, раз таки по 5-6. Это я на этой тачке. Два раза. Ха, ну и ладно. Так, боже мой, как раскачалась эта машина. Так, ребята, делаем разгончики, летим дальше, не останавливаемся. Вот так, кстати, ребята, лобовое стекло у меня что-то вылетело. Теперь мне не сильно в тачке холодно. Вот, боже мой. И опять я врезался в это колесо, да что ж ты будешь делать? Так, ребята, ух ты, какая рампа. Скорее всего, ребята, там будет большущая платформа. Так, разгоняемся и... Не долетаем, ребята, мы с вами не долетели. О-оу. Ребята, только не воду, что делается? Так, а что же делать, ребята? Фу, вот это да, ребята, тачка, походу, все, я уже с ней ничего не сделаю. Ой-ой-ой-ой. Хоть запрыгнуть-то. Ой. Так, а как мне добраться? Что мне плыть от этого сколько? Вот это, парни, вот это молодцы. Ладно, ребята, сейчас я делаю супер прыжок от супер Шрека. Так, ой ты, боже мой, водичка, конечно, прохладная, но, ребята, воду я люблю, особенно прохладную. Фух, но лучше не купаться, ребята, чтобы не просрыть. Так. Опа, есть. Все, ребята, сейчас мы сделаем разгончик и постараемся допрыгнуть до той платформы. Так, ребята, бежим, бежим. И супер! Подскользнулся. Прошу прощения, ребята. Подскользнулся, сразу не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Так,
как тут выплыть-то? Все, ребята, я снова готов. Немножко подзамерз, ножки мерзнут, ручки тоже. Но, ребята, вот так. Вот это прыжок. Опа-за. Все, ребята, поплыли. Нам нужно срочно добраться до берега. Кстати, где эти гаврики-то подевались, да? Ох, и друзья еще. Вот клоны себе подогнали, а мне нет. Думаете, что тут металлический, что ли? Ох, ну ладно. Поплыли, ребята. Так, ну хоть немножечко тут обсохло. О, уже хорошо будет. Так, ребята, разгоняемся и делаем снова супер прыжок. Ух ты, еще пару кончет даже сбил. Видали, какой профессионал? Настоящий футболист прям. Фух, сколько плыть-то еще, ребята. Сколько плыть-то еще, руки уже немножко подмерзли. Все-таки зима как-никак на улице. Так, надеюсь, меня хоть сопивающим чайком-то угостят. Вот так, все, ребята, наконец-то я добрался. Так, где они есть? Вон они стоят возле вертолета. Ребята, ребята, вы что, вообще уже или что? Вы почему меня не оставили? Эту самую лодку, а? Скажите, пожалуйста, почему меня оставили лодку? А что, мы думали, 4 там должно быть? Ну да, 4, только вот я плыл рукой своей и ногой, и тем самым, и как его называют, ушами. Хотя, ну, Шрек, у тебя это не уши, это какие-то инопланетянские непонятные антенны. Ну, это не важно, какие у меня там антенны или уши, но вы негодяи, ребята. Так, все, значит, я из-за того, что ребята у меня не оставили лодку, забираю себе вертик. И, а как же мы? Все, а я не знаю, он на лодках своих и доплывать, куда вам нужно. А я полетел. Ну да, вот это да. Ребята, а что, вы не оставили мою лодку? Нет, я забыл. Ну, вы даете. Забрал Шрек у нас вертик. Ха, пускай знает, что делает. Так, ну что, ребята, я, короче говоря, полетаю, я заслужил, все-таки поплавал в холодной водичке. А вы, ребята, не забывайте подержать мне пальцы вверх, спасибо вам за это огромнейшее, за то, что меня смотрите, ребята, и поставите пальчик вверх. И сам не забывайте смотреть другие видосы. А я погнал, ребята. Всем пока.